26 марта 2020 год, Харьков. Месяц. Лунную назвать это. Язык не поворачивается. Обрез луны, как виден, хорошо. Едва-едва родившийся. Куда? Убежал уже. Едва-едва родившийся месяц. Кратеры мы сегодня не посмотрим, но в принципе это первая съемка луны этим фотоаппаратом Nikon Coolpix 5000. Как быстро убегает луна. Кратеры надо будет отдельно поснимать в полнолуние. Полный штиль. Красота. Совершенно непонятна мне природа очарования небесных тел, ну, для меня, по крайней мере. Что в них такого в этой луне? А вон она, наша Венерка еще. Смотри, какая посреди неба. Третий объект после Солнца и Луны на земном небосводе по яркости – это Венера. Сейчас будем ловить. Рыбалка. Все равно. Сияние. Венера сейчас только наполовину освещена Солнцем, а вот эта аура, какое-то биополе Венеры, Меловская, наверное. Ну, в принципе, видно, что она не идеально круглая. Будем считать фазу Луны зафиксированной. Луны, господи, Венеры зафиксировали. Сейчас еще чуть попозже. Мимо Луны и Венера должна пролететь Международная космическая станция. Если повезет, снимем. Не повезет, тоже снимем. Но при ужасном качестве выкладывать, конечно, не буду. 26 марта 2020 год, Харьков. А где ж Плеяды? Что это Плеяды? А, вот Плеяды.
О, так они совсем рядышком. Но еще недостаточно темно, наверное. Рядышком с Венерой. Ладно, подождем.